я Ваня, и рисунки под водой продолжаются. Сегодня я рисую карандашами, но не подводный мир, а надводный мир. Буду рисовать большого дельфина. Рисуй со мной. Рисую трехгранными карандашами. Называются мультики фирмы Гамма. 24 цвета, яркие, хорошие, удобно держать в руке. Возьмем серый карандаш, много цветов, и грифели не ломаются, они ударопрочные. Вот так я держу в руке, так как я держу ручку. Это полезно и удобно, когда ребенок учится именно так рисовать. Начинаем. Дельфин, он выпрыгнул. Мой дельфин, он выпрыгнул и летит над водой. И я покажу сейчас его движение. Отсюда сюда, отсюда сюда. Он вот так вот вынырнул. Так? Здесь у него хвост будет, здесь тело, голова и большой плавник. И сейчас мы будем рисовать его брюшко. Отсюда сюда рисуем брюшко дельфину. Вот хвостик тоненький, а здесь он расширяется и идет вот сюда, вот так. Сереньким мы рисуем, чтобы потом можно было раскрасить любыми цветами. Теперь закругляем, большое закругление ведем, большое закругление голову сразу. И вот так она расширяется, а здесь у него спинка. Самое широкое место у дельфина. Вот тут спинка и вот так. Закругляем и сюда. А со спинки уже просто возвращаемся к хвостику. И у нас место остается для нашего хвостика. Хвостик вот так расходится в разные стороны. Раз сюда и два сюда вот так вот. И обвивает вот так, как бы по движению идет. А сюда сходится. Раз сходится и два сходится. И получается дельфин. Здесь у него большой-большой такой вот плавник. Вот такой большой плавник рисую. А здесь небольшие плавнички. Вот отсюда и сюда. Вот так. Небольшие плавнички такие. Как ручки такие. Бяк-бяк-бяк-бяк-бяк. Вот такой у нас дельфин. И, конечно же, нос или клюв ему нужно нарисовать. Вот так примерно переходит. И сюда вот так вот такой клюв. Я думаю, примерно так он выглядит. И ротик можно тоже показать. Вот сюда он идет и здесь улыбается. Улыбочка у дельфина красивая. Дельфин у нас получился. Теперь давай антураж сделаем. Конечно же, волны. Волны идут вот так. И мы будем сегодня рисовать волны круглые, для того, чтобы подчеркнуть, что сам дельфин круглый. Ну, такие кляп-ляп-ляп. А они круглые и красивые. И вот так вот мы их нарисуем. Вот так. Большие серые волны. А сейчас мы будем раскрашивать. Раскрашивать будем карандашами. Возьмем для начала голубой цвет и покрасим самого дельфина. Давай сразу, как мы уже профессионалы, покажем, где голубой цвет будет. Вот тут. Будет сверху везде. А здесь снизу он будет белый дельфин. Вот сюда идет белый. И здесь носик будет сверху голубой. Мы его можем сразу покрасить. А снизу белый. Давай сделаем несколько бликов, нарисуем. Блики — это то, где блестит дельфин, потому что он мокрый. И вот здесь мы эти блики нарисуем. Мы их нарисуем такими маленькими жучками-паучками. А все остальное закрасим голубым цветом. Закрашиваем ровным слоем. Стараемся не оставлять какие-то блики, кроме которых мы оставили. И стараемся ровненько закрасить. На карандаш сильно давить не надо, потому что он мягкий и он отлично рисует. Твоя рука меньше будет уставать, если ты меньше будешь давить на карандаш. И не сильно, а так расслабленно правильно его держать, потому что он треугольный, тебе по-другому его не взять. А сама рука будет расслаблена, сама будет рисовать так, как ей хочется. И у нее будет хорошо получаться. Вот так мы закрасили всего дельфина. Закрасим ему верхний плавник и хвост. Хвост тоже у него голубой. Дельфин может быть голубой, синий, серый, цвета морской волны. Я сейчас его нарисовал голубым. Подточу немножко свой карандаш и немножечко сделаю посинее. Этим же карандашом я добавляю больше синего цвета. Видишь, мы сначала сделали голубым. Одним и тем же карандашом мы можем сделать и синий, и голубой цвет. И это важная часть, когда ты можешь рисовать одним карандашом много-много-много-много-много всяких рисунков. И один рисунок, он может даже очень быть сочным и ярким. Так, как я это сейчас делаю. Здесь я побольше
покрашусь голубым-голубым-голубым-голубым. И вот так по форме дельфина начну красить. И сюда растяну его. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу, покрась, а потом догоняй меня, включай уже и дальше смотри. Если ты успеваешь, то я прям рад, потому что мне кажется, тормозить не надо, нарисовать быстро и просто. Если у тебя чего-то не получается, то ты старайся в следующий раз следующий свой штришок положить поровнее и получше. Но, в принципе, я думаю, что получится здорово и так, потому что ты учишься. Мы это сделали. Отлично. Этим же голубым цветом, пока его не убирай, покрасим немножечко. Я его чуть-чуть подточу и немножечко подкрасим волны. Прям я крашу и держу его не как ручку сейчас, и не как карандаш, а немножко тонирую, плашмя кладу и немножко тонирую сами волны. Немножечко везде добавляю голубого цвета. И вот так вожу туда-сюда, туда-сюда. Сами волны у меня должны быть неровные, потому что дельфин ровный. А волны, они такие морские и не очень ровные. Теперь возьмем синий цвет и доведем дельфина до яркости и насыщенности. Конечно, мы нарисуем ему глазки. Вот тут глазик нарисуем ему. Вот синим цветом это можно сделать, а потом добавить немножко черного. Я хочу сделать его морскую волну. И сделать насыщенный цвет дельфина, чтобы он переливался, чтобы он был фиолетово-синий-голубой. Это довольно сложно сделать с первого раза. Если у тебя не получается, ты думаешь, что твой дельфин уже закончен, то прям это хорошо. Я посмотрю, и если ты сделаешь сторис, то в Инстаграм, то с удовольствием оценю твой рисунок. Но попробуй добавить немножко темно-синего, и увидишь, как твой дельфин вот здесь заиграет на солнце, где он начнет преломляться и светиться. Мой дельфин уже немножко светится. Снизу я добавлю серого. У меня есть серебристо-серый. Я думаю, он хорошо подойдет. И сам дельфин снизу будет серенький. Я просто закрашиваю его серый цвет. Я думаю, этого достаточно. Он так показывает, что он блестит. Такой рисунок. Возьмем опять наш синий цвет. Далеко его не будем убирать. И доведем волн. Немножко волн. Немножко посильнее. Вот так. И тоже немножко закрасим. Небрежные штришки уже на волнах. Вот так получается. Отличный рисунок. Пока что он очень простой. И я уверен, что он у тебя получится. И что ты сможешь это сделать. Если ты хочешь усложнить рисунок, то рисуй со мной дальше. А сейчас я думаю, что прям ты можешь завершать свой рисунок и прям смотреть и показывать маме с папой. Получилось здорово. Рисунок потрясающий. Потрясающе. Отлично. Но я еще не закончил. Я возьму розовый цвет. Есть розовый цвет в моем наборе. И добавлю немножечко розового вокруг дельфина. Немножечко розовых облаков или розового неба. Мне хочется нарисовать полноценную картину, если я уже начал. Мне хочется ее иметь в своей коллекции. Полноценную картину такого дельфина, где он на фоне розового неба. Может быть, даже немножко желто-розового, вот здесь я добавляю желтый, где-то может быть даже солнце садится, я думаю, можно поэкспериментировать и добавить немножко дельфина желтого, немножко голубого, но мы уже добавили много голубого. Бирюзовый, опять-таки, мы совсем не использовали бирюзовый цвет. Бирюзовый цвет – это такой синий-зеленый цвет, который тоже немножечко добавляет интересности. И небо нарисуем. Вот так я тонирую. Совсем слабо. Стараюсь не сильно давить, чтобы не превратить насыщенный цвет, а такой слабый цвет, чтобы самый главный предмет и то, что я рисую, это был именно дельфин. Сзади я нарисую еще волны. Они еле видны. И даже можно взять оранжевый или коричневый цвет, нарисовать вдали какие-то горы, к примеру. Где-то там далекие страны, может быть, таинственные острова. Такой рисунок у меня получился. Я старался его нарисовать проще, так как только смогу. Не усложнять, но немножечко добавил в конце таких вот вещей, как фон, вода,
взбрызги, добавь немножко брызг, как они извиваются, как они летят после дельфина, как будто дельфин выскочил из воды и летит, да, немножечко брызг можно добавить, и вот такие вот интересные работы под водой будут продолжаться. Обязательно приходи, рисуй. Сегодня у меня надводный вариант дельфина был, но мне давно хотелось нарисовать именно карандашный рисунок, сложный, достаточно для того, чтобы ребята хотели его нарисовать и повторить, чтобы он был такой не совсем детский, а немножко такой посложнее. Вот такой дельфин. Спасибо за просмотр. Поставь лайк этому видео, если тебе оно нравится и ты досмотрел его до конца. С удовольствием постарайся. Ну, я тебе прошу, попробуй рисовать карандашами. С первого раза кажется это сложно, что надо красить и давить. Но после этого ты понимаешь, что ты можешь смешивать цвета прямо на бумаге с легкостью. Ты можешь использовать любые совместные техники, добавлять и акварельку сюда, и карандаши. Сегодня только карандаши. Совместные техники тоже появятся на канале Рыбаки. Хороших рисунков, хорошего настроения. Подводный мир мы изучаем дальше. И пока-пока.